Здравствуйте, друзья! Сегодня готовим плов в духовке. В сковороду мы налили масло, разогрели. И сейчас мы выкладываем сюда мясо. И обжариваем его до полуготовности, полчаса. В другую сковороду с нагретым маслом добавляем морковку. Мы ее порезали соломкой. Хотите, можете ее потереть на крупной терке. И тоже обжариваем. Добавляем лук. Обжариваем, пока он не станет золотистый. Обжаренные овощи добавляем в мясо. Не перемешиваем, а просто покрываем сверху. Следом выкладываем промытый рис. Промывали мы его 3 раза. Вода должна остаться чистой. И опять же мы ничего не перемешиваем. Сейчас самое время посолить. Также поперчить. Вы можете добавлять любые ваши любимые приправы. Я еще добавлю кориандр. И целую головку чеснока я помещу вот так вот внутрь. Добавляем горячую кипяченую воду. Вот так, чтобы не совсем покрывало рис. Разровняем снова все. Накрываем крышкой, убираем на час на 180 градусов. У меня кастрюля, которая подходит для готовки в духовке. Если у вас такой нет, вы просто можете накрыть фольгой. И я думаю, что может быть сделать даже дырочки, чтобы не все там парилось. Все, убираем в духовку. Наш плов готов. Если вам понравилось, как мы готовим, оставайтесь с нами. Продолжайте готовить, пробовать и экспериментировать. Подписывайтесь к нам на канал. Приятного аппетита!